После контрольной встречи против Сан-Фернандо главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отметил, что со следующего матча на испанском сборе бело-голубые начнут оптимизировать и наигрывать состав к чемпионату. На фоне очередного спарринг-партнера румынской «Тимишоары», которая еще совсем недавно играла в Еврокубках, а сейчас из-за задолженности выступает во втором дивизионе, «Динамо» смотрелось на голову сильнее, действуя с большим преимуществом. В первом тайме бело-голубые имели хорошие моменты для того, чтобы отправить мяч в сетку. Неплохо смотрелся Джуджик. Москвичи много атаковали флангами. Так подачу Ломича укротил Курани, после чего румын от гола спасла только штанга. Немецкий форвард часто оказывался в центре внимания. Нападающий постоянно выигрывал борьбу на втором этаже, но точности Кевину не хватало, как в моменте с передачи от залечившего простуду Уилкшера. Почувствовав вкус гола в прошлой игре, Джуджик жаждал забить вновь за «Динамо». Его мощный удар после комбинации с участием Юсупова и Воронина на сей раз пришелся в перекладину. Издалека под конец тайма бил Ломич, но мяч после выстрела серба разминулся с девяткой. После перерыва динамовцы не сбавляли оборотов. Вновь хорошая возможность распечатать ворота имел Джуджик. Здесь отмечаем всю комбинацию бело-голубых, которую прекрасной передачей начал Юсупов, а продолжили вышедший на замену Смолов и Воронин. Увы, голкипер среагировал на удар венгра. Забить же у москвичей получилось, когда на поле сменилось уже пол стартового состава. Два мяча соорудили появившиеся на поле Месимович и Кокорин. На 83-й минуте Звездан ювелирным пасом один на один с вратарем вывел Александра, который свой момент реализовал. Через минуту динамовцы провели голевую атаку уже на левом фланге. Пофинтив перед соперниками, Месимович отпасовал на Кокорина. Нападающий обводящим ударом в дальний угол оформил дубль. Однако, увлекшись действиями в атаке, динамовцы быстро получили мяч в свои ворота. Роча опередил двух защитников, продрался к владениям вышедшего во втором тайме Фролова и нанес неотразимый удар в угол. Тем не менее, последнее слово в этом матче осталось за «Динамо». Федор Смолов не без помощи Павла Нехайчика установил окончательный счет, который полностью соответствовал содержанию встречи. 3-1 в пользу бело-голубых. Первых 50-60 минут ребята играли просто... Ну, я считаю, что это лучшая, наверное, игра на этой предсезонке. И не в плане того, что там контролировали мяч, вот, создавали момент, а в плане того, что очень строго играли, то, что мы просили, команда играла компактно, вот, очень близко друг к другу, хорошо контролировали мяч и с большим желанием, ну, в общем, с оптимизмом смотрим. Хорошее движение «Динамо» сегодня показало. Тут не только движение в этой игре важно, сколько слаженность командных действий. Тем не менее, только в концовке удалось забить. Ну, футбол играет 90 плюс добавленное. Мы имели свои моменты и боролись до конца, поэтому в конце забили. Кокорина отметите? Ну, Саша вышел, и как раз то, что просили, то, что важно для подачи, он открывался за спину защитником. Поэтому и первый мяч забил, и второй подкараулил момент на исполнение забил. Конечно, отметить надо. Два гола. Впереди матч с «Бетисом». Удалось посмотреть какую-нибудь игру этой команды? Смотрели, но нам важно свою игру играть, то, что мы хотим. На фоне такого соперника не страшно проверять свои силы? А на каком что фоне проверять, если не на сильном сопернике? Поэтому очень хорошо, и очень, очень хорошо, что мы сыграли со «Спартой», очень хорошо, что мы сыграли вот с этой румынской командой, хорошо, что мы сыграем с «Бетисом». Только в таких играх команда, ну, чувствуешь силу команды своей.